Какое наиболее трудное решение вам пришлось принять на посту президента Республики Татарстан? Легких решений нет. Все решения трудные. Нет таких особо сложных, я думаю, решений нет. Ну, понятно. Сказать, что вот это было для меня очень сложно, наверное, я так не могу говорить. Ну, первое лицо в республике, в компании, даже дома, он должен принимать какие-то решения. Иногда правильно, неправильно. Поэтому все, что сделано, сделано как бы по моему решению. Другое дело, вы можете сказать, самое ваше неудачное решение, но это вы должны сказать прессе. Я же говорю о наших успехах, вот мы построили это, а вы должны, а вот это вы не сделали. Поэтому решения все такие непростые, но нетрудные.